Здорово, бродяги! С вами Роуз, вы на канале Very Hard Game Mod. Напоминаю, фишка этого канала в том, что мы проходим игры на хардкоре. На самом сложном уровне сложности, потому что хардкор бывает, ну, не последний уровень, а просто сложный. Но мы проходим на последнем. И у нас, как обычно, Сталкер, Clear Sky. И сложность уровень мастер. Блять. То есть самый сложный уровень сложности. Микрофон, кстати, сейчас перестанет фонить. Хочешь знать правду о зоне? Представь себе, я тоже. Давай делиться информацией. Что ж, работай, майор. А куда нам надо? Байку надо убрать. Блин, тут электро рядом. Блин. Дружище, тут монстры, с ума сойти, выручай. Помоги нам, а то будет поздно. Ёбный рот. Одним мы не продержимся. Быстрее! Нет. Привет, брат! Ну, теперь мы им всыплем. Кому им-то? Слушаю тебя. ФПС-то я понять не могу. Так, ну загрузим последний сейв, я сейчас скипну до кровососов. Так, продолжаем. Yeah.
скольки патронов ляжет. Меня убьют и так. Так мы с бродягами все пытаемся убить кровососов. Их тут три. Ебать, они бессмертные, что ли? Блять, выброс. От этой херни сдох, не от кровососа, то сдох бы от выброса. Так, надо закурить. Тяжело, тяжело, блин. Пипец, как тяжело. К оружию! Мать вашу! Пройти. Ну-ка, если... Да не, ну нахер. Я просто убегу отсюда, я чисто не вывезу их втроём. Трёх кровососов, это пиздец. Я одного-то заебался убивать. Так что идём дальше. Все, мужики, идите нахуй. Все, пусть там воюют. Тут еще и выброс скоро будет. О, тайничок. Наверху.
На крыше, что ли? Походу, да, на крыше. А как нам туда попасть? Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Блин, еще проблема такая, скоро выброс будет, а я там спрятаться не могу на той базе. Что тут такое? А, все понял, кажись. Дрова. Я помню, я его убирал. Я за 3 дня 3-й раз с самого начала начал. Опа! Славно! Теперь у нас хватит силёнок, чтобы дать по шее любому, кто поднимет руку на нашего брата. Так, ребята, слушайте сюда. Нужно захватить контроль над тропами, ведущими на кордон. Если дело выгорит, ни одна бандитская мразь на выстрел не подойдет к нашей базе. What the fuck? Че это было? Блин, почему-то, видишь? Блин, почему-то притормаживает сейчас. Как эта игра может у меня тормозить, я искренне не понимаю. Так, погнали дальше. Эх, блин. Я знаю, по какой тактике будет такое-то, но это пиздец полный, и таких тут трое, чтобы вы понимали. Дождемся братков. Все равно FPS проседает, не понимаю, почему так. Так, с калашом засеемся. Не, такой есть уже. Наши бродяги идут. Можно еще не все. Парни, не расслабляемся. Thank you.
Возможно, еще не все. Всем спасибо, все свободны. Где он, блядь? Тихо! Еще немного подождем. Все, мужики, отбой! Возможно, еще не все. Всем спасибо, все свободны. Ну что, подождем еще, до гарантии. Можно передохнуть маленько. Надо сейчас в коллаж бронебойные вставить. Как это называется? Ладно, я скипну. Ну, на паузу поставлю, как пройду, чтобы не мучить вас. Как пройду этот момент, обратно сниму с паузы. Так, в общем-то, я тут переждал выброс. Ждать заебался, честно говоря. Сейчас пойдем. А куда мы пойдем? Зажигаем! А, вот сюда. Проси, сволочей! Бей, ублюдков! Кушай, скотина! Так тебе, сволочь! На, хватай! На, жив! Кончай, гадов! Дверь заперта, как мне вот отсюда так выйти? Блять, я теперь не выйду, наверное, отсюда. Ну, на паузу поставим, я подожду, пока они там разъебут, потому что, ну, я не могу так, нахуй. Хоть я и привык на хардкорах играть, но я так не могу, искренне. Продолжаем. Я, короче, в общем, убил кровососов. Блин, но я, знаете почему? Я, короче, прошел это с бессмертием. Потому что я не смог бы троих убить, и они на базе тоже не смогли бы убить троих кровососов. Они всех разносили, и я бы мог съебаться. Кто-нибудь! Я бы мог съебаться вообще на изи. Но дело в том, то что потом был выброс. Скоро выброс. И вот эти двери, когда базу атакуют, они закрыты, а убежище вот здесь конкретно. Я даже пробовал забегать сюда, пока они открыты, пока кровососы не напали. Но потом ты отсюда просто не выйдешь, потому что двери закрываются, а открыть ее никак нельзя, они запираются прям. Такие пироги, в общем, дорогие друзья. Ладно. Есть что-то на про... Во. Вот это другой разговор. Вот это я понимаю. А если сюда забежать... Вот, ну, я уже рассказал вам все. Там реально невозможно. Мне пришлось... А еще прикол в том, что все сейвы я вот здесь загрузил после выброса. А ближайший сейв был на 2 часа раньше. Пришлось заново проходить. Но там немного, кстати, было... Не так долго. Сейчас я перезайду, а то на экране херня какая-то.
Итак, продолжаем. Я, короче, на микрофон поп-фильтр себе поставил, чтобы вы понимали. Чтобы не было вот этого отдающего п. Короче, такой хуйни, хуй знает, как это объяснить. Так, и, пожалуй, здесь ручной сейф надо будет сделать. Вот этот. Сейчас выброс должен начаться. Слушаю тебя. Сколько их руки стоят? Чёртовы сталкеры, блять, все обобрали. Так, пойдем вон там челиком поможем, что ли. Да, вот оно. Сука. Вылетело. Итак, продолжаем. Ебошим захватывает точку. Да ёб твою мать, блядь. Итак, продолжаем. Пойду до Сидорыча добегу. Продать ему надо, нахуй, патроны на гаусс-пушку. Потому что здесь барыга их не принимает. Что печально. Перегруз, что ли, или что? Нет перегруза. Но что-то выносливость уходит все равно, как дети в школу. Так, энергоз. Да, все заебись. Трамплин. Чё-то мне не нравятся эти звуки, которые там. Что притащил? Патроны так, для что гаусс-пушки. Интересует? Так. 1610 штук. 16 тысяч у нас будет. И чё бы продать-то? Покруче будет.
Все, давай, бывайся. Ну, будь здоров. Обязательно буду. Блять! А че детектор так поздно запищал? Ну, я сейчас пропущу наши похождения до базы. На паузу просто поставлю, потом возобновлю, чтобы вы не смотрели всю эту хуйню. Блять, я с паузы забыл снять. Короче, выброс начинается, и обратно прибежал в деревню новичков. Так, вот мы где. Блин, хотя я бы до тут добежать успел, но не суть. И так нормально. Только группа, ждать долго. Доложите обстановку. Поспим, чё? Выброс, нельзя спать. Ну так впадло все это время ждать. Сколько там еще? 18. Я поставлю опять на паузу. Начинается. Я решил на гитаре пока сыграть. Очень красивый. Прям. Посмотрите только на это небо. Вот и все. Так, теперь погнали на КВ, в общем. Вот это мощно. Херово реагирует. Так, сейчас заодно починим нашу курточку. Блин, опять с паузы снять забыл. Я, в общем, добежал до нашей базы сталкеров. Я хочу починить куртец. Но у меня, сука, не хватает 170 рублей. Так, вот эту хуйню продадим, все. Приятный мечтил с честным сталкером. Конечно, честный я сталкер, честный бродяга. Маленький симпатяга. Вот и все. Охеренно просто. Извини, так, если стоп, не сильно стоп, помог. Стоп, погоди, мужик. Контейнер для артефактов. А тут куча найдет. Если что еще понадобится, заходи. Ну пойдем вы. А, прицел я хотел посмотреть точно. Есть что-то на продажу? Да, прицел тут не продается. Если не нашел. Пойдем квест выполним, который, ну, я тут. Ну рассказывай давай! Да, не взял. Слушаю тебя! Он винтовку просил.
Слушайте. Патронов нет. Ну, привет. Так, конечно, все хорошо, но... Ну, что расскажешь? Блин. Да есть все, в принципе, да. Бля, забажило, что ли? Нахуя я этот автомат ебучий покупал? А, ну у меня с ним 42 часа. Слушаю тебя! Давай, мужики, ну, идти погнали. Пора. Ну что я маленький мне стал? Ну дайте же вы времени поесть, а? Так, что-то тут наш челик стоит. Еблом торгует. А кто там псих? Это пси-собаки, что ли? А ты пойми. Пиздец, я такого сталкера ни разу не видел. Мужики, не расслабляемся. Отблагодарим, как полагается. Да я бы с радостью, но времени нету. Можно передохнуть маленько. Ну, рассказывай давай! Блин, я ж... Ну, что расскажешь? К сожалению. Валерьян, это Пузо. Говорят, ты сталкеров вокруг себя собираешь. Есть такое дело. Мы тут решили военным отпор дать, а то они совсем распоясали. Дошло до того, что наши бандитам сдают, причем в наглую. Ну так и меня тогда запишите. У меня с ними давние счеты. Значит, завтра смогу быть у вас. Да плюс со мной еще трое ребят. Отлично, спасибо. Будем ждать. Вот тут их сейчас... А, тут военные будут, потом бандиты, очень много тут. А тут слепые псы были раньше. Блин, мне бы прицел найти реально. Засеемся перед замесом.
Давай, вылази, ублюдки. Кто-то из вас может подумать, что с этим модом легко играть. На самом деле, меня сбривают так же, как я их. Блять. Хорошие. Можем больше не прятаться. А как ты к такому умозаключению пришел, гениальному мужику? Это отрежение. Пальчики организовали пункт на кордонный кордон. Если мы не вернем контроль над кордоном, этой сволочи мы напишем немедленно. Я к походу на сволку. Пора этим уродам такой урок дать, чтобы они нас по гроб жизни запомнили. А может быть даже дальше. Я пошмонаю их. Кстати, блин, легко реально. У нас какой уровень сложности-то, блять? Точно ли мастер стоит? Да, мастер. Вал. Чё пизжа? АК или вал? Вал покруче будет. Только надо бабки, чтобы его улучшить, скажем так. Ничего, сейчас подзаработаем. На свалке артефакты какие-нибудь найдем. А потом свободе в темную долину. Ой, блядь, не в тем или в темную долину. В темную долину. Не помню, как это называется. Слушаю тебя. Итак, дорогие друзья. Это прохождение подошло к концу. Всем спасибо, кто это смотрел. Всем удачи. Всем пока. Только Роуз. Только хардкор.